Кучев, Болгария. Және оның қарсыласы Владимир Артюшин, Қазақстан. Еще раз добрый день. Третий блок финальных поединков 4-го чемпионата мира КВЮ. И сейчас тяжелые весовые категории у мужчин. Весовая категория до 85 килограмм. И встречается Кристиан Дойчев, Болгария. И Владимир Артюшин, Казахстан. Всем привет. С вами снова Денис Гусев. Мы продолжаем нашу трансляцию. И самые интересные, на мой взгляд, тяжелые категории. Небольшая пауза. Меняются сторонами. Никак не могут понять, с какой стороны кто выходит. Кто же белый, кто же красный. Очень опытные спортсмены. Оба выступают на международных турнирах не первый год, на чемпионатах мира. Как представитель Болгарии является бронзовым призером прошлого чемпионата мира. Владимир Артюшин является призером абсолютного чемпионата мира Шин Кёкушин и также чемпионом Кубка Европы АФК. Достаточно спокойно начался поединок, можно так сказать, с разведки. Спортсмены проверяют, на что способен его оппонент. Работают, так сказать, с дальней дистанции. Владимир Артюшин по-хозяйски ведет себя на татами. Поддавливает, работает первым номером. Да, Владимир занял центр татами, прессингует. Кристиан Дойчев пока просто контратакует. Либо это тактика выжидания, либо дождаться это времени для взрыва. Результат вчерашних поединков. В полуфинале у него был достаточно сложный бой с представителем России Станиславом Степанковым. Неожиданно выполнил вертушку в падении, но она не достигла цели. Ну, чувствуется поддержка родных стен, поддержка трибун. И уверенно, очень уверенно ведет поединок Владимир Артюшин. Да, работает постоянно первым номером, поддавливает, теснит, постоянно двигается вперед. То есть достаточно много критериев он выполняет для судей, чтобы они убедились, что он... Так, Кристиан Дойчев вообще практически не наносит ударов. Если удары не наносить, невозможно выиграть поединок. Да, болгарский спортсмен просто контратакует. Удар, удар рукой в голову. Сейчас, да, в грязи немножко работает Кристиан. Удар снизу в голову. Ну, получает предупреждение. Поединок продолжается. Остается всего 30 секунд. И очень мощно начинает концовку Владимир Артюшин. И также попадает в лицо. Но это попадание, мне кажется, что из-за того, что он немножко подбил живот Кристиану. И, соответственно, тот просто начинает наклоняться. Продолжается поединок. Остается буквально 10 секунд. Мощно заканчивает поединок Артюшин. И мне кажется, что он его доведет до победы, потому что ничего не может противопоставить ему болгарский спортсмен. Заканчивается время. И, честно говоря, в этом поединке для судей все очевидно. Да, очевидно. И просто достаточно принять решение. Трибуна скандирует «Казахстан, Казахстан». Ну и посмотрим, какое же решение примут судьи. Единогласно чемпионы мира
становится Владимир Артюшин, Казахстан. Владимир Артюшин, Казахстан.